Всем доброе время суток. Представляю перед вами автомобиль Ford Focus 2, уже рестайлинг. Автомобиль у нас 2010 года. Оснащен мотором 1,8 литра на автоматической коробке передач. Состояние салона здесь прямо как конфетка. Вы только посмотрите, как сохранили здесь сидушки. Вообще в идеальном состоянии. Карты дверей тоже в шикарном состоянии. Пластик на дверях прямо как новый. Также у нас чисто ухоженный салон. Сохранился в очень хорошем состоянии. Карты дверей идеальные. Панель, смотрите, прямо блестит, сверкает, как новенькая. В комплектации стеклоподъемники, управление световыми приборами. Также имеется даже мультирулем, это не назвать, но это тоже у нас как бы мультируль, только он сделан у нас под рулевой колонкой. Так, также у нас с вами имеется подогрев переднего сиденья на 5 режимов. Отопитель салона у нас с кондиционером. Все работает. Значит, штатная магнитола с хорошим звучанием. Ну, блин, состояние салона меня вообще удивляет. Чисто ухоженно, ничего не зацарапано. По стеклоподъемнику, смотрите, все гладко, аккуратно, никаких царапин нету. Шикарное состояние салона. Значит, в данный момент у нас автомобиль заведен. Мотор работает ровно, ошибок абсолютно никаких не горит. Пробег у нас с вами на автомобиле 109 тысяч километров. Всех, кого интересует данный автомобиль, номер телефона, адрес вы можете найти у нас в объявлении. Автомобиль можно будет приобрести по системе Трейдинг в кредит, а также за наличный расчет. Спасибо вам за просмотр. До свидания.